6 миллионов рублей выделено в этом году на озеленение города. Прошли торги, определилась фирма-подрядчик. С началом весны закупят семена и саженцы. В мае-начале июня приступят к разбивке газонов и цветников, высадке растений. Как и раньше, к этому труду привлекут десятки волонтеров и школьников, желающих заработать в летние месяцы. Компания по озеленению в этом году имеет свои особенности. Подробности далее. Озеленение города и борьба с борщевиком на наших сельских территориях по условиям конкурса в этом году были объединены в один лот. На укос борщевика выделено 700 тысяч рублей. Это на 500 000 меньше, чем в прошлом году. Найти подрядчика на такую работу практически нереально, поэтому лоты слили в один. Хочешь заниматься цветами и клумбами, займись борьбой с борщевиком. Она двухэтапная, то есть там весной сначала его косят, потом перепахивают, сеют там специальные травы, потом по осени. И потом борьба с борщевиком, если кто знает, видели ожоги от борщевика? Страшное дело. Люди погибают, может быть, надышатся, как бы, когда эти. И найти таких вот специалистов, кто пойдет за эти деньги выполнять работу. Поэтому мы объединили теперь именно озеленение и вот этот вот борщевик для того, чтобы увязать все эти мероприятия. В планах благоустройства городских территорий все мероприятия расписаны. И как утверждают организаторы, укос борщевика не отнимет деньги у скверов и аллей. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.